Значит, у нас, а потом. Значит, у нас Ford Transit 2.0 TDCi 2004 года с двигателем FIFA. Что по этой машине? Агрегат сам живенький, силовой. Движло само сильное, все отлично, работает, все ровненько. Но проблема в топливной аппаратуре. Насос погнал стружку. Выскакивает ошибка, вываливается в аварийный режим. Сначала подумали, что датчик контроля топлива, который находится на насосе, его заменили, машина стала заводиться. Потому что датчик тут старенький был уже изношен, быстрее всего стружечкой уже. Поменяли. Мой товарищ поменял, заводится машина, все окей, но нашли, во-первых, стружка в насосе и третий четвертый цилиндр форсунки льют в обратку, где-то по 30 мл. Первые, вторые, одна 8, другая 10 мл, то есть, ну, уже на грани, как бы, на грани затухания. Значит, решение по этой машине, замена или ремонт топливной аппаратуры, топливного насоса и ремонт форсунок. Вот. Все остальное, в принципе, в отличном состоянии. Можно сказать, что машина как бы идеальна. Она, кстати, из Болгарии. Болгарская, да? Где-то с... Откуда? Да, машина? Да. Она с Германии? С Германии. С Германии, да. Тут растаможили ее. То есть, в очень хорошем, ухоженном состоянии она. Вот. И, то есть, как бы, ну... Достаточно. В 12-м году заехала она, да, в Украину. Вот такие дела. Так что всем удачи, ставьте оригинальные фильтра, заливайте хорошую солярку, если найдете, конечно. Но главное, чтобы стали хорошие фильтра. Сейчас мы покажем, как выглядит стружка. Вот так выглядит стружка, которая выходит, которая начинает гнать насос. Видите? Это очень много ее бывает, ее небольшое количество, но в данном случае как бы это уже все. Вот так вот. А цена вопроса для тех, кто любит поставить дешевые фильтра и залить дешевую солярочку, около $500 ремонт самой аппаратуры. Это по демократичным ценам, которые мы делаем в Одессе. А на сервисах лучше не спрашивайте. Можете позвонить, вам все расскажут. Все, всем удачи, счастья, здоровья и удачи.